Здравствуйте. Сегодня я буду варить борщ. В борще как таковом нет ничего особенного. Но я хочу вам предложить свой рецепт, который я, ну, скажем, последний год, вот, я именно по этому рецепту варю борщ. Он отличается, наверное, от всех его собратьев тем, что я ничего абсолютно в него не пережариваю, и я не кладу в него ни капли жира. Единственной заправкой к борщу будет служить сметана, когда я буду его есть. Если будет желание приготовить такой же, я уверяю вас, что вы не пожалеете. Он будет вкусный, приятный и, в общем-то, не намного будет отличаться от других борщей, разве что отсутствием жира. Итак, для приготовления нам потребуется картофель, здесь у меня достаточно две крупные штучки, лук, ну, скажем так, четверть большой луковицы, половинку очень большой морковки, небольшой пучок кинзы, ну, зелень можно брать любой, какая вам нравится, половину вот такой вот средней свеклы, чеснока я всегда кладу много, у меня тут целая, целая головка чеснока, но это, в общем-то, опять кто как любит. Капуста. Здесь у меня четверть вилочка средней капусты. Ну, почти что две, скажем, сколько у меня здесь? Ну да, одна с небольшим, одна с четвертью. Вот, чашка томатного сока. Можно заменить ее рубленными помидорами или томатной пастой, разведенной в воде. Ну вот и все. Сейчас я зажигаю газовую горелку. Вот так. И кладу в кастрюлю картофель. Картофель я нарезаю произвольно. Ну, вот такими вот средними кусочками. Закрываю крышкой нашу кастрюльку и начинаю варить. Ну вот, вода еще не закипела, но я считаю, ждать не нужно. Я прибавляю свеклу, я ее вот на такие вот брусочки нарезала продольные и добавляю ее в наш борщ. Сейчас я прибавляю морковку. Я ее порезала вот так. Лук. Вот так вот крупно нарезанный чеснок. Итак, вода и овощи у меня закипели. Я проварю их минут 15. Итак, 15 минут прошло. Я закладываю в кастрюлю капусту. Так будет достаточно. Варю еще 5 минут. Это опшена, в общем-то, как хотите. Я нарезала небольшой кусочек имбиря. Мне всегда нравится класть имбирь. С момента закладки капусты прошло 7 минут. Я беру томатный сок и заливаю его
Борщ. Перемешиваю. Сейчас борщ можно подсолить. Солю по вкусу. И варю еще минут 5. Так, прошло еще 5 минут. Я выключаю огонь и добавляю зелень. Наш борщ готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня!